Добро пожаловать на канал. Вот такая довольно несложная задача с бесконечным количеством квадратных корней. А бесконечность, как известно, вещь довольно тонкая. Предлагаю поставить видео на паузу и получить ответ таким образом, чтобы не было пределов даже от занудливых критиков. Вряд ли кого-то следует убеждать, что квадратный корень от произведения равен произведению квадратных корней. При этом первая тройка находится под одним квадратным корнем, и, следовательно, ее степень 1/2. Далее следует пятерка под двумя квадратными корнями, которую можно записать как 5 степени 1, деленное на 2 в квадрате, а затем 3 степени 1, деленное на 2 в кубе и так далее. В воздухе запахло бесконечно убывающей геометрической прогрессией, и решение можно было бы закончить очень быстро. Но возникает вопрос, а позволительна ли такая вольность с бесконечностью? Вспомним, что бесконечное количество операций по определению есть предел конечного количества операций. И пусть xn выражение с n квадратными корнями. Его без проблем можно представить в виде произведения n степеней, из которых p равная целой части от n плюс 1, деленное на 2 степеней 3, и q равная целой части от n пополам степени 5. Даже если я ошибся в выражении для p и q, важно и то, что при n стремящейся к бесконечности, p и q также стремятся к бесконечности. В конечном произведении можно без проблем отдельно перемножить степени 3 и степени 5. Получаем вот такое выражение для xn. Обозначим через s катое выражение, очень похожее на показатель степени 3. Тогда первый сомножитель xn это 3 в степени s единицам p. А в показателе степени 5 каждое слагаемое в 2 раза меньше. Поэтому степень 5 равна половине s с единицам q. Находим x как предел xn. И ввиду непрерывности показательной функции, знак предела можно перенести в показатель степени. Осталось лишь вычислить предел последовательности s кт, который, конечно, является суммой членов геометрической прогрессии. При этом, поскольку степени 2 увеличиваются на 2, знаменатель прогрессии равен 1, деленное на 2 в квадрате, или 1/4. При k стремящейся к бесконечности сумма становится бесконечной, и в самый раз применить формулу суммы членов бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Делим первый элемент 1/2 на 1 минус знаменатель прогрессии 1/4, и получаем 2/3, что является показателем степени 3, а показатель степени 5 в 2 раза меньше. Приводим выражение к удобно читаемому виду и получаем ответ корень кубический из 45. И это все.